Експериментуй разом з Taft. Спонсор показу – компанія «Нова будова». Давай, вже хочеться танцювати. Oh, I got this feeling. Come on. Listen. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We flying up, no ceiling when we in our zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that heart put in my body when it drops. Ooh, I can take my eyes apart with moving so phenomenally. Roll my legs the way you rock it. So don't stop. Дальше он слаб. Мы, я вообще, честно говоря, просмотрел на Джамала на движение все это время. Я хочу сказать, ты классно танцуешь, Малая. Спасибо. Ты классно танцуешь, да, Дядя? Ты тоже. Это вот как-то ты куда-то вперед. Ну, чуть-чуть не хватило тебе. Ты, конечно, взял песню, вроде она кажется такое легкое, такое, да? То есть не могу остановить это чувство, хочу танцевать. Но даже это надо уметь передавать. Я вообще не знаю Тину Карли, я сегодня с ней познакомился первый раз. Потому что то, что она, какая она сегодня, она непредсказуемая. Я не знаю, что будет дальше. Я тебе в любом случае хочу сказать, работать, и все получится. Но, во всяком случае, меня заставить танцевать очень тяжело. У тебя получилось. Ты другой. Я не ожидал от тебя такого. Очень здорово. Класс. Поднял настроение. Но не буду я судить. Пускай скажет тренер. А потому что все, что мы не говорим, на Тину вообще не имеет никакого влияния. А что скажет Настя? Хочу отстоять, так сказать, свой профессионализм и сказать, что я пою лучше. Ух ты! Це крісло так діє на людину, певно, Міра? Пусть резко, но это было честно. Это борьба, ребята. А что ты опять спрашиваешь кого-то? Ты же все равно принимешь решение сама. Я знаю, зачем я это спрашиваю. Ага, понял, молчу. Ще раз оплески Богданові. Ти мені подобаєшся, правда? Все пішло спочатку добре, потім сам перепугався, що ти зараз не стоїш на цій сцені, перед тобою Потап танцює, Джамала танцює. Але це мало тебе навпаки підтримати. Ти маєш сказати, я пою краще, Настя. Все, Потап. Ну, что? На самом деле драматический момент для меня, для Богдана и для Насти. Конечно, Настя – это профессионал. То, что она пела, это все фитюлечки. У нее есть кое-что еще. Тебе пора еще пока поучиться, а Настя останется. А тебе хочу сказать спасибо большое. Спасибо. Спонсор показу – компания «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».